порядка 40%. Дело в том, что мы ищем сейчас людей из тех местах, где показали очевидцы, что мы там в этих местах мы работаем. Сейчас мы знаем, где находятся два тела, фактически мы в этом направлении движемся. Я думаю, в течение 2 часов мы их оставим. Еще есть ряд точек, которые мы знаем, но то, что здесь плотно составляют завалены все более метровым слоем строительного мусора, и особенно нам не мешают это металлические конструкции, несущие стены, которые упали. Сейчас мы поднимаем потихоньку, снимаем, как объем слой за слоем, не повредить ничего, оставить, фиксировать те места, которые интересуют исследователей. Движение, приехали быстро, пожарная часть находится на расстоянии полутора километров. То, что все сначала выбрались, а потом пошли за своим товаром, это да. И то, что произошло, люди могли выйти до момента, они могли покинуть помещение, они его покинули и опять вернулись.